Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство DJI Action 2. И сейчас я покажу вам, как переключить запись видео с запись на внутренний накопитель на запись на внешний накопитель. Короче, как записывать видео на CD-карте этому устройству. Просто, чтобы она сразу на CD-карту записывалась, понимаете? Все очень просто. Во-первых, вам пригодится быстрая CD-карта, а не такая, как у меня. Потому что, смотрите, у меня стоит самая простая такая. Самое, что не есть, обыкновенное. Дайте ее вытащу. О! Самая простая и самая обыкновенная карточка CD на 32 гигабайта от какой-то микродейта, какой-то китайской с Алиэкспресса. Эта карточка абсолютно не для записи видео. У вас должна быть карточка, если вы хотите для записи видео, она должна быть формата A1, если я не ошибаюсь. Вы должны загуглить, какая карта лучше всего для записи видео. Потому что когда вы всунете, вот, например, я всовываю карту памяти эту, что он мне скажет? Ничего не скажет. Сейчас через секунду скажет. Смотрите, что нужно сделать. Спускаем шторку быстрого доступа вниз и нажимаем на карту памяти. И здесь, собственно, есть внутренняя память и карта CD. И вы выбираете, на какую карту вы будете записывать. Либо на внутреннюю, у нас тут 18 гигов свободных, либо карта CD. Переключитесь на карту CD, спрашивает. Говорим подтвердить. Он говорит, низкая скорость записи карты памяти. Съемка может прерываться. И это факт. И она прерывается. Буквально, если снимать особенно в высоком качестве, то через какое-то время съемка просто-напросто прерывается. Что ж, на этом буду с вами прощаться. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.